Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о точной дате выхода четвертого сезона Гранда, ведь уже информация об этом сериале и выходе появилась в соцсетях. Итак, отечественный ситком «Гранд» является прямым продолжением «Отель Элеон». В первых двух сезонах комические и драматические ситуации разыгрываются в московском пятизвездочном бутик-отеле. А в третьей части телевизионного проекта они переместились в загородную эко-гостиницу. Итак, давайте узнаем, кто же добавится в наш актерский состав. Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов. Алексей Демидов снимался в таких фильмах, как «Спутник», сериал «Синичка» первые и вторые сезоны, «Фитнес», «Идейка 3», «Анна детектив» и «80-й». А Вячеслав Чепурченко снимался в фильмах «Чума», «Жуки», «Мама чемпионов», «Гурзуф» и «Анна детектив». Видеосервис «Старт» назначил дату выхода первой и второй серии четвертого сезона «Гранд» на сентябрь 2020 года. То есть в сентябре 2020 года мы уже сможем увидеть продолжение нашего полюбившегося сериала. Я была этому безумно рада, ведь это ждать всего осталось меньше месяца. Так как точной даты нету, то есть говорится, что в месяц сентябрь, а точной даты нету, то мы вспомним, когда же выходили предыдущие сезоны. Всегда выходили в начале месяца, так что будем ждать на 1, 3, либо 5 сентября. Надеюсь, что создатели как можно раньше выпустят этот фильм, точнее, сериал. Я безумно жду продолжения. Пишите в комментариях, ждете ли вы продолжения, потому что я очень сильно хочу увидеть продолжение этого сериала. Говорят, что там появится еще куча многих актеров, но пока их имена неизвестны, чтобы уж не раскрывать точно все карты. Очень много сейчас появилось видео в соцсетях о том, как проходят съемки, в каких местах. Я даже знаю, что съемки четвертого сезона проходили в поле. Съемки четвертого сезона проходили в самом отеле, в ресторане, на дороге, на улице. То есть очень много мест, где проходили съемки данного сериала. Ну, конечно, это все в основном в отеле, но были и те места, которые находились за пределами данного отеля. Я знаю, что там будет играть полицейского наш полюбившийся человек, который сыграл Валю в сериале «Универ». Кто знает, пишите. Ничего не поменялось за последние пару часов. Мы сидим, так сказать, выпиваем. Он там будет играть полицейского. Очень рад, что он сегодня с нами. Еще очень-очень много людей там будут новых. Будет также я вам скажу, очень другие классно, какие-то персонажи, которых вчера мы, может быть, вообще ни разу не видели в сериалах, сегодня в фильмах. Выходной, или первый раз не появятся вообще на телеэкранах. В общем, создатели очень хорошо постарались. Сериала. Говорят, что триллер четвертого сезона выйдет уже 25-26 августа. Не знаю, правда это или ложь, но в основном пишут именно так. Спасибо за просмотр. Я вас очень сильно люблю, ценю и уважаю. Ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы узнавать новые. По-моему, даже сегодня трава. Если вдруг Нинка, ты что скажешь? Если дата выхода этого сериала, то я обязательно этим поделюсь. Груша, привет! Если я не поделюсь ютубом, то пришел к нам в актерку жить. Смотрите, просто какой смешок! Спасибо за просмотр. Груша.